Бля, пиздец, блядь. Это наш друг из Германии. Хорошо, что ты не из Греции, блядь. Ненавижу греков и вообще Грецию. Всё. Я, блядь, из Греции. Здрасте, это новый спермообзор. Я Сперья. И сегодня вместо канадца у нас грек. Напады на гамитиды, педья, ты нас по. Это он только что вас нахуй послал. Итак, сегодня мы обсуждаем грайнкор, только грайнкор команды. У меня в руках кассета. Кассета группы Декаданс, это запорожский грайнкор. Очень суровый, брутальный, только про сиськи, только про говно. Киаль меня банда, бруд. Είναι γαμώτη τρέλα μου, είναι γαμάτη, τι να σας πω παιδιά, είναι γαμάνε, γαμάνε παιδιά. Город Белгород, ночь. Белгород. Да, берем интервью. Город группы, Белгород. Мы из нашей группы, Редрактор. Редрактор. Какого хуя вы так какого называетесь? Хуя? Да, мы об этом слышали. Да он заебал уже, блядь. Давай, давай, быстрее. Короче, это инструмент для расширения ран. Ну и для вагины тоже. Ага, это. А какого хуя вы это все делаете? Вот что вы сейчас. Нас сюда прет дико. А какого хуя вы приперлись ночью вот сюда? Мы ебанутые. Какая туса? Бо мы охуели. А вы что в Белгороде? Это. А какие у вас планы на будущее? Нажраться. Отлично. А это. Что у вас такие? Как вы относитесь к сиськам? У нас песня есть. Я их лежу и про них у нас есть песня. А вам дают бабы за то, что вы такое играете? Да. А мужики? Я не знаю, я лесбиянка. Как мы относимся к клитору? Ну давай, скажи. Я относишься к клитору. Да, я не отношусь к клитору, я его лежу. И расчленяю. А этот, ну, расскажи технику, у тебя есть какая-то техника лизания клитора? Есть. Ну, можешь показать? Я делаю вот так вот, а потом вот так вот. А можешь показать? На хлебе. А потом бухаю пиво. Смотри, если это клитор, вот как, да, только нежный, это нежный клитор. Уёбу правда. Дальше, это не клитор. О, представь, что это клитор и лежи его. Это лежи, это, хлеб! Да это не клитор. Хлеб, лежи, сука! Зачем? Давай, давай, поставили. Покажи. Да. А девушки разве кайфуют это? Я не знаю, я кайфую. Отлично. Он же лесбиянка. Все, спасибо тебе. Это была группа, как еще раз? Ретрактор. Итак, первое, с чего мы начнем обсуждать, это обложка. У этих парней очень крутая обложка. На фоне синего неба и облаков. Кусок говна. Это по грайнкору. Это ну, очень большой прибольшой кусок говна. Да, просто. Это очень традиционно для грайнкор группы. Дорога, ничего себе. Алло. И, конечно же, логотип из говна. Тоже. Я снимаю спермообзор, да. Маленьких какашечек. Вот. Ну вот, единственное, что не впечатлило, это надпись «Черная пляма». Белыми буквами, да, это не солидно. А у тебя что? А у меня что? У меня тут группа. И не бачусь. У вази пуца, что авты тут. Как-то так оно выносит ему со второго уха, блядь, просто красную сперму, блядь. Правда, здесь. Ну, очень похоже на самом да. деле. Ну, как бы смотри, тут мент, тут говно. Да, ну то же самое, в принципе. То же самое. И тут как бы желтое поле и типа синее небо. Да, ну это так, это украинский флаг. Украинский очень похожие флаг. Обложки. Да. А как ваша группа называется? Наша группа называется Диспектус, но мы до сих пор сами не знаем, почему так называется. А как она переводится или что там в этом духе? Это слово было взято из книги древних некрономических заклинаний Финляндии. Вот, и потому, если мы его переведем, то определенно случится какой-нибудь пиздец. А, да, планы на будущее, стандартные вопросы. После того, как мы захватим мир, мы мутируем в мыслящих сумчатых ящериц. Вот, и все перетрахаемся между друг другом. Не уходи. Вот, и потом, естественно, вознесемся, как Иисус, и будем смотреть за всем происходящим с небес. Охуеть, а давно вы принимаете эти таблетки? С кем? Сейчас уже потому что он слишком няшный и эротичный. А вы сейчас, типа, в неротику играете? Нет, с
Слышь, Паша, они не готику играют, ну их нахуй. Мочи! Прямо у них интервью брали, все выключили. Так интервью. Я смотрю Стервообзор! А сейчас быстро пройдемся по песням. У них одинаковые песни, и тут ЛСД, и там ЛСД. Еще была такая группа ЛСД. И вообще тут 12 песен, а у них там только 14. Вообще, тут меньше говна, тут больше говна. Ну да, говно тут много. Зато тут есть такая интересная вещь, как висловлювання подяки за допомогу Ермоленко Дмитрию и Радіо Запоріжжя. Если кто-то помнит Радіо Запоріжжя, когда оно раньше было, там крутили такие группы, как Cannibal Corpse, там, Slayer, Sepultura крутили. Это единственное вообще радио, которое я такое слышал когда-нибудь. Потом там что-то поменялось, и они сейчас всякую пургу крутят. Но когда-то это радио познакомило меня лично, я думаю, не только меня, с ульмой тяжелой группы. Это было очень круто. Та-дам! Та-да-да-да-да-дам! Та-дам! Та-да-да-да-та-дам! Значит, это клуб называется Роксбери. Время уже без 26 утра. 8.06.2013. Да, сегодня уже 8. Мы трое суток не ели. Итак, первый вопрос, пидорас ли вы? Нет, я могу сказать, не латентно, не... Сид говорит правду. Я говорю правду, нет, я не пидорас. Итак, назовите свою группу, как она правильно называется, правильно переводится. Наша группа называется BFG, аббревиатура от Big Fucking Gun. Как вы относитесь к группе BFG? Понятия не имею, что это. А вы? Ой, там барабанщик у них, хоть и гей, но стучит охуительно. Сука, блядь! Да, я думаю, не стоит переводить, по-моему, да. Это так все понятно. Наша группа называется Vomit Pigs. Тоже, наверное, все понятно. Не все понятно. Блевать на свиней. Главное, не будьте такими серьезными, это все равно. Очень дружим вообще. Нам нравится. Да? Да? Так мы еще и порнуху занесли. Да мы еще просто не выпили пока. Я уже который час жду, когда же мы все... Я не про тебя вообще говорю. А! С этого... Нет, я же все-таки не пидорас. А теперь давай вопрос. Я не пидорас. Да, итак, вопрос. На кой хуй вы занимаетесь вот такой по имению, как вы занимаетесь? Я скажу, что мы сами понятия не имеем, зачем мы ей занимаемся и зачем вообще мы сегодня проводили этот концерт. Я не знаю, по-моему, получилось не хуёво. Чтобы ты на камеру спросил. Главное, не, на самом деле, главное, чтобы получился хороший результат, а там история вот, это... Ну и ответ, блядь, уёбищный. Да, да пиздец, а какой тебе нужен? Хуй его знает, блядь, зачем я этой хуйнёй занимаюсь. Да! Дайте сигарету. Тот же вопрос. Ну да. Вот на самом деле хуй его знает, просто нравится. Просто нравится, просто, ну, заебись ответ. Да? Да? Вот. А что-то вы хотите получить? Вы получаете приз. В будущем. Да! Вот планы на будущее. Все, что хотели мы получить, мы получили. Мы когда-то выступали в какой-то, блядь, деревне, нам подарили чайный сервис. Это было... Пожалуй, уже все. Охуя? Я не знаю, чьи-то, но я спишу, окей? Да, бери, да? И мне оттуда и тоже, пожалуйста. Ой, чё? И зажигал. Сервис в деревне. Он дает? Я попрятался. Ну, блин, они носки воняют, заебал. Ухуй там на проезд, на гонорар. Да, я предупредил, нет, нельзя поверить ни на слово. Вам дают бабы за то, что вы такое делаете? Конечно. Мне ответить? Ну теперь ответь ты! Да! Да! Сколько баб за ночь у тебя обычно бывает? Да. Ну все, что вышло. А у тебя? За ночь, ну, блядь, это зависит от ночи на самом деле. Если я провожу эту ночь в каком-нибудь таком... Бомжатике, это там... Да, потом на бомжатике на самом деле, то баб бывает нахуя. Сними обстановку, пожалуйста. Бывает, что не одна за ночь. Где он проводит ночь? Да, бывает нахуя. Да, ну, блядь, конечно, такие бабы, как здесь. Да. Нет, лучше бы не было ни одной, а лучше передернуть в сортире посижу. Мне не понравилось, потом он пришел к нам. Вот что ты стал вокалистом? А я просто хотел быть всегда красавчиком в том, и чтобы тёлочки текли. Красавчиком в том, и чтобы тёлочки текли всегда. Зачем ты стал вокалистом? А почему грайдкор? Почему вокалист, блядь? Почему грайдкор? Почему не металкор? Мы все хотели, да, играть металкор, там мелодик дэд, там... Когда нам было по 15 лет, да, блядь, мы все...
не судьба. Почему-то Грайнд Куров вышел. Давай по-личному, там, кто любимая поза в сексе, когда ты пассив, давай. 69! У тебя тоже, да? Так мы с тобой. Что, блядь? Сука, блядь, я тут полчаса доказывал, что я не пидорас. Все впустую. Взял, спалил. Да, Леха, все впустую. Ладно, давай ты делай. А у него тоже. Парящий орел. Парящий орел, и ты пассив? А теперь серьезный вопрос. Что для вас такое грайндкор? Сука, говно. Нет, на самом деле грайндкор действительно это дерьмо, но некоторые выходят в этом дерьме на такой уровень, что просто это получается мастерское дерьмо, блядь. Это просто великолепное дерьмо, просто вот то, что я смотрел сегодня, например. Да, вы просто в своем дерьме, вы просто, блядь, вы самое дерьмовое дерьмо, вы самое охуенное дерьмо, что готовы вы видите сами. Назовите самую хуёвую группу, ну вот из андеграундных таких, более-менее известных, которые вот, блядь, самая противная. Самая мерзкая. Нет, отечественная. Отечественная? А она разве не отечественная? Аналкан? Нет. Да. Отечественная американская. Из отечественных. Да, блядь, оно все говно, на самом деле. Вообще. Да в России практически, блядь, ну из андеграунда, ну хуй его знает, ну блин. Мерзкая, вот самая мерзкая такая, блядь. Коричневый сын. Блядь, коричневый сын. Мерзкая группа вообще. Пиздец. Ну вот сегодня приезжала группа Ретрактор, блядь, хуже я ничего не слышал. Они сказали, они играют 7 лет. Стоп, а теперь вот, знаешь, это не вырезай, пожалуйста, именно с вот этими словами. И вставь кусок там, где вокалист, блядь, хуярит хлеб. Доктор Кунилингус. Да. Как часто вы моете залупу? Ну, каждый раз, когда я мою залупу. А когда я мою... А ты нет. Да когда в нос начинает бить. Ух, вот это мужик, это каждый день. Знаешь, какие вопросы интересуют людей? Такой, какой длинный у тебя хуй? 25. Они же четко. А ты не пиздишь? Нет. 25 сантиметров. А у тебя? Какой хуй длинный? Блядь. Эрогированный когда? О, да это сантиметров, наверное, 7. А если не эрегированный, ну или частично? Сантиметров. Сколько глубина? Сантиметров 30, да? Строго. Насколько глубоко он прячется вовнутрь? Блядь, хуёвый он вовнутрь. Если бы у вас была возможность выбрать одну из суперсил, какую бы вы выбрали? А варианты ответа можно? Любые, блядь, любую там. Вообще? Да, вот любую суперсилу какую там. Известную, неизвестную там. Срать носом там, например. Бля, если это суперсила, бля, это пиздец, для кого-то это суперсила, блядь. Давай там. Резать это, тарелки. Быть невидимкой там или летать, это ж полная нет, шла. Нет, это тупо летать. Вообще, блядь. Знаешь... Убивать этой, камшотом людей. Знаете, тоже ума дохуя не надо, блядь. Я бы хотел управлять сознанием людей и уметь каждого переманить. Шлак, давай следующий. Тот кота. Я басист, и я хотел бы быть... Басистом. Заявись. Давай, ты сейчас выдай, ты можешь, я знаю. Супер, да и так заебатый пацан. Охуительно. Итак, чувак приехал из Турции или откуда ты приехал? Там, блядь, Испания, короче, из Греции. А, из Греции, чувак, где-то там. Сука, уже сутки с ним общаешься, не можешь запомнить, откуда он приехал. Короче, да я сам иногда забиваю. Он сам металюга, и он сейчас нам расскажет, как у них там все с этим обстоит. Вот. Как у вас там все с этим обстоит? С этим у нас все обстоит очень даже хорошо. Как бы в последнее время начала подниматься хорошая музыка, начала появляться, как бы, блин, клубы, тусовки и так далее. Самое зачетное, ребят, это то, что у нас как бы есть металловый район, как бы, блин, ну, представьте себе, Кичман, да, и типа весь район забит просто клубами, магазинами, рок-барами и так далее. На кто как хочет, так и дрочит, называется, блин, кому что нравится. Это зачет, за это зачет, как бы. Они хорошо поднимают музыку в том плане, что дают ребятам, как бы, которые не могут финансово там записать альбом, они их приглашают на концерт, естественно, бесплатно, просто выпивку, да, там им дают, как бы, что тоже нормально, как бы. Ну, могут что-нибудь заработать, как бы собрать бабки и записать альбом. Это клево, это здорово.
Жалко, что у нас вот такого нету. Ну, блин, ну, зато есть спермообзор. Зато есть спермообзор, который, мне кажется, блин, некоторые люди узнают про такие вот группы, которые мы вот обсуждали. Что это там, блин? Эта группа не нуждается в обсуждении. Это не нуждается, да. Да, Декаденс, ее все знают. Ее все знают. Ну, вот Брут, например. Вот Брут, например, да. Слушайте, Брут, пиздатая группа. Пиздатая группа, блядь. Несмотря на то, что мы ее обосрали, блядь. Мы же любя... Чего обосрали-то? Да, ну, как бы, мы же любя, типа, с большой любовью, блядь. Короче, ребят, привет из Греции, блин. Надеюсь, что метал будет подниматься. Это станет клевой большой субкультурой, как бы. На кичкасе. И даже так. Кичман рулит, блин. Все, заебись. Сука, надо будет кому-то подарить этот альбом.